Предоставляем услуги автомобиля КАМАЗ вездехода с краном-манипулятором. Вылет стрелы 20 метров, грузоподъемность 7 тонн, выезд в удобное время, приятные цены и оплата по наличному и безналичному расчету. Звоните, телефон 8-921-052-09-99. 5 июля в Великом Устюге ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-13 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Днем ожидается 15-16 градусов тепла, ветер западный 4 метра в секунду. Молочный завод «Устюг Молоко» предлагает молоко жирностью 3,2%. Молоко – источник здоровья, содержащий около сотни различных ценных для организма веществ. Продукция «Устюг Молоко» производится с любовью. Спрашивайте в магазинах города.